Всем привет! Мало кому удается попасть на какие-то закрытые мероприятия у нас в городе, но я человек, который знает, где взять информацию. И очень интересна рубрика в том, что вы видите афишу и не понимаете, что там происходит, а я прихожу и говорю, что тут происходит. И мешаю людям фотографироваться, но ничего страшного. Суть мероприятия в том, что дама, которая собрала это, сейчас отсутствует, я ее покажу, Наталья, она психолог. Единственный психолог, который решила собрать народ для того, чтобы разобрать на большую аудиторию проблемы пары. Я такого ни разу не видел, и я считаю, что это очень интересно. Смотрим, что будет дальше. И наша прекрасная Наташенька, которая собрала это прекрасное мероприятие. Давай кратко скажи, что здесь будет происходить. Здесь будет очень откровенный разнос звезд. Мы будем разбирать всю суть проблем в их отношениях. Никогда такого никто не делал. Это вообще впервые в Иркутске и, наверное, впервые в работе психолога. Мне было сильно удивительно, что психолог согласилась сделать не точечно какому-то человеку помочь, а на массу. Будем стараться. Ну что, поехали посмотрим, как это будет? Давай. А у нас на мероприятии еще и звезды нашего Иркутска. На самом деле я всегда люблю быть в центре внимания, и сюда я прихожу себя показать и на людей посмотреть. Это прекрасно получается. Да, спасибо. Отсутствуют звездные ведущие. Кристина Резия. Я сегодня Алла Пугачева. На самом деле копаться в чужом нижнем белье. Мы это любим. Обидеть, да? А потом приходит другой. Еще один смелый герой. Ты как ты сказала? В порядке? Пришла в себя? Если буду тебе говорить спасибо за искренность, я готова. Да, если мне будут говорить какая-то плохая, то не очень. Ну что, стрессанул маленечко? Как сериал смотрится. Я не думал, что будет так интересно, вовлеченно это смотреть. Прикольно. Я сам не думал. Я советую теперь всем и каждому посетить такое мероприятие. Увлекательно. Ну что, друзья, вообще, вот как вам шоу? Ну-ка, даже не шоу, на программе «Дискотека». Это было очень увлекательно. Я просмотрел это шоу на одном дыхании. И мне очень понравилось, что это закончилось каким-то прям классным хэппи-эндом. Герои снова полюбили друг друга и пошли в развитие своей пары. А я, как ведущий этой рубрики, хочу обратиться к вам, дорогие телезрители, для того, чтобы вы мне накидали интересных вариантов каких-то шоу, концертов, мероприятий, где я могу показать вам всю внутрянку интересную того, что происходит там. Большое спасибо за то, что смотрите. Я еще вернусь.